деревня Болгари. Здесь проводят фестиваль нестинаров. Мы приближаемся к центру деревни. Ну не сейчас. Прямо напротив вы видите церковь святого Константина и Елены. А вот это церковь святого Константина и Елены. И сам центр. Сейчас увидите и круга. Этот круг здесь всегда стоит, то есть не делают специально для того фестиваля, то есть в этой деревне, да, он всегда здесь. Вот и место, которое нестинары заходят внутри и, находясь внутри, молятся и входят в необходимом состоянии, чтобы потом могли спокойно танцевать на раскаленных углях. Это не просто какой-то обычный дом, это храм. Место, которое нестинары обращаются к Богу. Называют его Куна. Это маленький параклис, маленькая церковь. По своей сути, это вообще философская школа. Это ребята, которые готовятся. Итак, заходим внутрь. Вот как все выглядит. Маленький костер. Здесь вообще можно приготовить себе чего-нибудь покушать. Вот такой специфический храм. Место обители Бога. Место, в которое собираются, обсуждаются важные темы. Молятся. И входит в необходимое состояние. Ну вот и сам алтарь. Здесь самая главная икона. Это икона святого Константина и Елены. Вот один из нестинаров. Освещает параклисов.
Сидите уже.
Kamera zu rufen.